Спасибо огромное. Я смущенный. Единственное, что я не вижу ваших лиц, вижу только огоньки. Поэтому мне легко переживать это смущение. Потрясающие огни. Господи, Боже мой. Вчера на спектакле Евгения Евтушенко «Нет лет» была треть этой горы. Специальные статистики подсчитали. Значит, мы можем еще пару третей раз приехать сюда и охватить неохваченных. А той трети, которая вчера поразила замечательных актеров и меня к ним примкнувшего, низкий поклон и благодарность. И это такой фокус интересный, когда одинаково талантливы были актеры на сцене и зрители на поляне. Потрясающе. Спасибо вам. Юрочка Висбор, Городницкий, Юлик Ким, Вадик Егоров, Сережа Никитин, Витенька Берковский. Это родные люди. И они звали меня в году 70-м, а доехал я только сейчас. И это мне... И больше ничего не буду говорить. Спасибо. Вот что, в последние строчки, чтобы была она мужским делом. Получается так. Гора мужского рода. Спасибо. Александр Межеров. Какая музыка была, какая музыка играла, когда и души, и тела война проклятая попрала. Какая музыка во всем, всем и для всех, не по ранжиру, осилим, выстоим, спасем, ах, не до жиру, быть бы живу. Солдатам головы кружа, трехрядка под накатом бревен была нужнее для блиндажа, чем для Германии Бетховен. И через всю страну струна натянутая трепетала, когда проклятая война и души, и тела топтала, стенали яростно на взрыв одной единой страсти ради на полустанке инвалид и Шестакович в Ленинграде. Межеров. Юрий Висбор. Наполним музыкой сердца, устроим праздники и сбудем, своих мучителей забудем. Вот сквер, пройдемся ж до конца, найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом увлеченных внесем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была, какая музыка звучала, она совсем не поучала, а лишь тихонечко звала. Звала добро считать добром, и хлеб считать благодеянием, страдание вылечить страданием, а душу жечь вином или огнем. И светил полуночный зал, нас гений издали приметил, и, разглядев кивком, отметил, и даль иную указал. Там было очень хорошо, и все вселяло там надежды, что сменит жизнь свои одежды. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Наполним музыкой сердца. Юлий Ким! Юлий Ким, спасибо. Юлий Ким 20 лет тому назад. Ну, ребята, все, ребята, ходу нету нам назад. Оборвались все канаты, тормоза не тормозят. Вышла фига из кармана, сразу рухнули мосты, а в условиях океана негде прятаться в кусты. И дрожу я мелкой мышью за себя и за семью. Ой, что вижу, ой, что слышу, ой, что сам-то говорю, как на медне на собрании, что я брякнул, не вернешь. Вот что значит воздержание, вот что значит
не втерпешь. Но я чую, как в сторонке востроглазые кроты, знай, фиксируют на пленке наши речи и черты. Зубы точат, перья тупят, шьют дела и часа ждут. И уж если он наступит, они сразу к нам придут и прижучат, и прищучат, и ногами застучат, отовсюду поисключат и повсюду заключат. Встанешь с видом молодецким, обличишь неправый суд и поедешь со Жванецким отбывать, куда дадут. Ибо все же не захочешь плохо выглядеть в глазах, так что полностью схлопочешь. Так что, братцы, дело швах. Так что, хлопцы, нам обратно. Ветер ходу не дает. Остается нам, ребята, только двигаться. Вперед, гора! Спасибо. Еще вытерпите одно стихотворение. Булат Акуджава. И про всех, кого мы потеряли. И про тех, про всех, с кем мы навсегда. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас бросают взоры и улыбаются, и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство. Как обаятельны для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Мы будем счастливы благодаренье снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка. Спасибо. Вениамин Снеха! Спасибо огромное, Вениамин Борисович! Леонид Сергеев, не откажите, пожалуйста, Леониду Сергееву в добром слове. Сейчас я спрошу, Вениамин Борисович, вот если вспомнить... Лёнь, спроси у меня что-нибудь. Спрашиваю. Если вспомнить потрясающий квартет «Три мушкетёра плюс Д'Артаньян», с какой песни они стали бы лауреатами Грушинского фестиваля? Дорогой Лёня, когда, впрочем, и всегда, но тем не менее мне бы хотелось, но об этом после. Спасибо большое. Правда хорошая песня? А тебе? Я за. Пора, гора! Ура, гора!